Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, редиска, бульбазавр, Андрюха, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Здорово, пацаны. Всем здорово. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Пацаны, бегите в свой офис, можете строить себе там двери мощные, а я буду вас пугать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я беру аниматроника и иду к пацанам. Но очень медленно. Так что у вас есть время все там построить. Все, погнали. Я буду делать бабушкины калитки. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Все, я пошел. Очень медленной походкой. Двери, да? Слышно, да, меня? Я иду. Да, ну вы слушайте, не пускайте, главное, меня к вам в офис. Это ты зря. Ого, что это за звуки? Это я строю. Аниматроники могут через вентиляцию. Слышно вам? Да, вроде бы. Что ага, я делаете? Могу быстро медленно ходить. Так еще двери сделать. Так, а я иду к вам. Господи. Так, давайте сюда сходим. Немножко темноватая пиццерия. Но в этом есть прикол, антуражно. А кто тут ходит? Типа. Застроили. Зря. Господи, страшно. Ну а что ты хотел? Бульбазавр, то я тут изучаю аниматроников классных, он мне ножичком в спину. Решил маньяка туда сыграть нам. Да. Хорошо. Испоганься. Это дверь. Так. Боитесь? Хорошо. Я нет. Сейчас. Я тоже нет. Ой. Ой. Ой, упала. Я слышу такой звук. Я кого-то слышу. Я вот тут нишу. Слышно? Да. Отлично, я вам отомстил за тот раз. Так. Ну это строить нормально не могу. Вы какие-то что, арахиты, как и я? Я там стену. Так, так, так. Стрёмно. Так, я понаблюдаю из-за окна, как вы строитесь. Да, Спайдермен, кстати, это спиной бегает вперед. Это не странно? Это лунная походка. Так, отлично. Четвертый. Здорово. Че там, суетитесь? Так, пацаны меня сейчас найдут, я там за углом сижу. Ладно, я обманул, я в другом месте сижу. Я вижу конкретно, что в офисе практически никого нет, только Спайдермен. Спайдермот. Никого нету. Оно зашло. Бонька, Бонька смотрит. Смотрит, где же Димка заныкался? Нема, нема. Бонька, ищи меня лучше. Вышел. Вернулся. Ходит. На картофанах Бонька сидит. Да он в офисе 100%. На тебе, ты чё тут не умный сильно или что? Понял. Алло, на, да? На. Я пошел, прощайте. А где он? Где он? Сидел все время. Слышишь? Да блин. Это прикольно, мне нравится. Так, сейчас мы тут пост... Ладно, давайте видим им стану, чтобы вы видели меня. Ого, я через предмет ты пыхнулся, это было мощно. Мне не видно, я спрятался. Решили использовать читерское оружие. А, ты меня не вижу.
Вы своих пригвождаете, что вы делаете? Димас, у меня анимация. Блин, как же тут пройти? Ой, что за... Я застрял. Бывает. Все, другого аниматроника беру, потому что у этого 100 тысяч жизней. И скорее всего, что в этой серии вы меня не сможете убить. Давайте возьмем какого-то вообще легенького. Давайте чисто по приколу, чтобы было весело. Давай, убей меня. Я потом позову своего батю. Все. Я своего батю зову. Сейчас. Да-да-да, у меня батя есть, он очень злой. Его батю сейчас. Не-не-не. А я иду, ой, иду. Пацанчиков мочить. О, я уже понял, какой батя. В пиццерию заходить. Бонни. Ладно, Бонни убежал. Ты же видимый? Видимый. Я всегда видимый. Кстати, Лефти не может быть невидимым. Ничего себе, батя. Батя злой. Вы моего сына убили, конечно. Если ты позовешь, убьешь этого, я позову дедушку. Все, я деда зову. Дед еще злее, чем я. Я услышала о дедушке одну. Кстати, прикольно, сюжетка у нас целая. Так, дед. Кто у нас тут дед? Есть у нас дед. Сейчас. Во. Старый, поломанный и походка, как у деда. Все, он идет. Ну, дед непростой. Дед может ставать невидимый. Блин, опять? Опять невидимый. Да я сразу на хвост ушатаю. Ну, че, вы где? Вижу. Я понял, кого он был. Привет! А, нет. Это дедушка пришел. Агрессивный дед. Очень дед злой, очень. Дед... Есть злая бабка, а есть злой дед. Дедушка, это кучу не принесли, да? Я уж сказал, что вы зря обидели моего внука. На тебе. Давайте, мочите меня, у меня 8 тысяч жизней. У вас, скорее всего, не получится. Угу. Может, ту монетку, знаешь, куда засунуть? Куда? Да. Пользоваться научись ею. Победа должна быть на нашей стороне. Ага. Сомневаюсь. Да, блин, застрял в этой калитке. Где жирная жопа? Ты чё, я не жирная жопа? Я худая жопа. Он где-то на улице не видел. Улица. Я его шаги. Я тут пиццерей. Ай-яй-яй, больно. А, вот так, значит. Буду тебя выслеживать тогда одного. И мочить. Не буду, девочка. Ребят, где он? Как это не буду? Конечно, буду. О, давайте, я должен, короче, зайти в пиццерию и заложить бомбу там. Так, сейчас. Кого? Бомбу заминировать, короче. Counter-Strike, только с аниматрониками. Аниматроник-террорист? Да. Давайте, а вы контртеррористы. Так. Я скажу, когда бомба будет заложена. Так, выбираем бомбу. Да помощнее. Ждите взрыв с крыши. С крыши? Да-да-да, с крыши, потому что так вас точно убьет. Вы это слышали? Да. Я упал бомбу. Нет, ну вот это где зря. Бомба? Где бомба? Бомба? На. Нет. Я живой, кстати. Нет. А, нет. Ты умер. Такое тоже убивает. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!